Ни хрена себе, это что за милота такая? Это что за лапуся такая? А что за лапусенька такая сладкая тут лежит, а? Торчит. Китс, у тебя лапуся торчит. Кицуня? Кицуня! Ты там что делаешь? Ты что спишь? Нельзя спать. Хватит спать уже. Плоснись и пой. Ну, я не могу. Ну, это слишком. Ну, вот это вот что это такое? Шарлотка яблочная, да? Вообще уже поспать спокойно не дает. Ну, потому что слишком милый. Во, как мы лапки делаем. Мы тут собрались что-то делать. Варенье и компот из груш. Нормально так. Вот, мы делаем бланширование груш и винограда. Корочка у них при этом надрывается, и сахар будет туда хорошо впитываться. Так можно и перед вареньем, перед варкой делать, и перед компотами. Пока в две, в третью, третья пока вода у нас. Но все равно. Вот, я всегда все считаю, чтобы знать. Второй такой шире кастрюлю стоит или чайники. Проверяем. Проверяем. И так мы это кладем, ну, до остывания на 12 часов, примерно, на ночь или до вечера, кто когда готовит. Вот ничего не льется снизу, значит, все хорошо. Сахар пошел растворяться. Одно название. А у тебя нет шапки? Короче говоря, параллельно с готовкой компота так получилось, что я доделала рисунок. Обалдеть. Я просто в шоке с того, что я ни разу не переключилась на что-то, вот, на какой-то другой рисунок, какое-то занятие. Компот, я там совсем немножко маме помогала, в основном она делала, а я сегодня весь день просто рисую. Офигеть. Сейчас я пойду делать обед. Блин, офигеть. Реально в шоке. Вот это целеустремленность. Вот во всех бы так делах, если бы я себя вела так, я бы уже столького добилась. Вот сейчас я рисовала без телефона, без вообще без всего, просто ушла с головой в это занятие и все сделала. То есть у меня на это ушло, ну вот сегодняшний день, на день уж прошел не целый, то есть полдня. И вчера там пару часов вечером я уделила и как бы вот сделала. Интересно, какой у меня вот этот получится. Но тут мне очень нравится, как я сделала переходы цветовые. Карандаши у меня вообще прекрасные. Варенье. Груш в сахарном сиропе. Привет, Кицунь. А у нас тут это фонарь в небе светится. Офигеть. Да, очень ярко. Доброе утро, Кица. Опять ко мне пришел, да? Кицуня. Ситуация следующая. Мама уехала в город на несколько дней, поэтому я тут буду одна. Торчать, скучать, и мне нечего делать. Ну, торчать, ну, в смысле, так, блин. Вот я сейчас села покушать. Вот у меня это сегодня яичница, там помидорки и картофель. И параллельно я тут вот начала второго дракончика рисовать. Вот такая красота получается. Все, чем мне остается заниматься сейчас. А еще, кстати, прикиньте, купила себе книгу. Вот это прикол. Я ее купила еще на вокзале, когда
сюда ехала, что-то у меня, знаете, какое-то возникло настроение купить книгу, почитать. Я очень давно, на самом деле, этим не занималась, потому что я, на самом деле, ну, не очень люблю читать. И у меня проблемы с концентрацией, то есть я читаю, и мне приходится перечитывать по 100 раз, потому что мои мысли постоянно куда-то улетают. Вот. А почему я выбрала такую книгу? Мне просто где-то попался кусочек, просто небольшой текст. Мне он так понравился. Так, знаете, так вкусно там было что-то описано, там, по-моему, про август. Вот. И я люблю вот такие книги, которые, где очень много красивых слов, где какую-нибудь вещь или событие описывают просто вот как Лев Толстой писал «Войну и мир», там он дуб описывал на несколько страниц. Он так его писал, что я прям его очень хорошо представила, поэтому мне вот такие вещи нравятся, и я решила, короче, взять вот эту книгу, почитать. Смотрите, девочки в джакузи отдыхают. Сегодня в танце вместе кружимся, наверное, мы с тобой подружимся. Ну давай. Опа. Какие красивые. Такие интересные. Вот теперь отмываться придется. Липкая вся. Потому что думать надо головой. Даже если она маленькая. Ой, вы посмотрите. Какая прелесть. Она моется. Ой, так интересно, обалдеть. Ой, моется, моется, клево. Так интересно, как кого-нибудь спасти, а потом наблюдать. Мы, короче, с котом одни. Но мама уехала, и мне страшно. Особенно мне страшно, когда кот залипает куда-нибудь в темноту, а я ничего не вижу, и я не понимаю, что он там рассматривает. Мне мерещатся всякие звуки. Мне постоянно кажется, что здесь кто-то ходит. Мне страшно, ё-моё. О, киса решил травку покушать наконец-то. Вот первый раз за сегодня вышел, как обычно, ночью. Днем спал. Ой, ну стрёмно, конечно, пипец. Без забора-то особенно. Вот, а еще я стою перед выбором. Пойти спать там, где я всегда спала, либо спать сегодня в домике.
мусорного бака не оказалось, поэтому, ну, пришлось просто положить сюда. Но это, конечно, просто пипец. Когда здесь не было, в принципе, мусорки, то и мусора не было. Я не знаю, как работает эта магия, но тут было чисто, когда тут не было мусорки. И теперь вот это все летит просто на наш участок. В общем, пока мама отсутствует, я решила воспользоваться этой возможностью. Выкинула, короче, огромную кучу мусора, который, знаете, вот этот самый «оставь, он пригодится», «оставь это мне тоже надо», «ой, ни в коем случае вот это не выбрасывай». И оно, короче, вот годами лежит на одном месте. В итоге это никуда не используется. Но к тому же это реальный мусор. Это всякие фантики, бумажки, бутылки, баночки, скляночки. Я когда жила с мамой, меня тоже это раздражало, я все время пыталась что-нибудь выбросить. Я делала это втихаря. И я уверена, что когда она вернется, она мне что-нибудь на это скажет. Еще у мамы есть вот такая привычка, которая мне очень не нравится. Это не убирать просто вовремя какие-то вещи, то есть она чем-то воспользуется, а потом она это кинет. Но хуже этого только то, что у меня теперь в жизни тоже появляются такие привычки. Я стараюсь их отслеживать вовремя и вовремя предотвращать, потому что вот у меня, например, тоже появилась привычка разбрасывать вещи под ноги. Я из-за этого ругаюсь на маму, а на меня из-за этого ругается мой парень, с которым мы, собственно, живем как бы на одной территории. И вот я тоже так что-нибудь кину, а потом оно месяцами валяется, мешается, меня тоже это бесит, но почему-то я это не убираю, не знаю. А тем временем я почти дорисовала второго дракоша, ну, точнее, дракончика я уже доделала, я сейчас заполняю фон. Вот, такая красота получается. Немножко мне скучно, конечно, тут одной. Приходится вот всяким себя развлекать. Читаю комментарии на Ютубе. Сегодня вместо бодрящего кофе с утра я получила бодрящий хейт на свое видео, где мы с мамой в купальниках, где мы ходили на речку. Меня просто поражает то, что людям не все равно, кто как выглядит. Все очень хотят меня накормить. Все такие заботливые, зайки такие, все так беспокоятся. Ну, люди как бы чем наполнены, то они и выливают. Но большое спасибо адекватной части моей аудитории, которая пишет мне приятные вещи по поводу всего, вообще по поводу всего там. Спасибо большое. Спасибо, это очень помогает держаться на плаву в этой жизни. Круто, когда есть какая-то поддержка. Очень приятно читать хорошие комментарии. Очень приятно, что подписываются, смотрят. Смотрят, что я делаю. Говорят, какой я молодец. Это вообще, это очень приятно. И еще я решила попробовать создать телеграм-канал. Посмотрим, как пойдет, что там с активностью будет. Да, подписывайтесь. Там я буду с вами просто почаще, наверное, общаться. Выкладывать что-то, что не будет выходить здесь. Буду рада, если вы будете заглядывать ко мне и в другие социальные сети, смотреть мои фотографии, потому что они очень красивые, я очень стараюсь. Вот, хотелось бы, чтобы их кто-то увидел. Я сейчас пока рисовала, параллельно общалась с одним из вас. Честно, даже плакать хочется. Хочется плакать от того, что чужие люди меня поддерживают, желают мне там чего-то всякого хорошего, приятного. Я просто в шоке.
сейчас происходит очень сильная гроза с дождем. Электричество отключилось. Я уже легла спать, по сути, но я хотела книжку почитать перед сном. Но вот только-только открыла книгу, и вырубился свет. Видимо, это знак. Вот. Ну, кайфово, конечно. Я очень люблю такую погоду. Но немножечко страшновато. А еще учитывая, что я одна, да, страшновато. Ветер очень сильный, офигеть. Очень сильный ветер. О, можно снимать всякие страшилки. Хотя, блин, и так страшно нафиг. Кицунь. Кицуня. Кицуня. Кс-кс-кс. Бим. Масечка. Что масечка такое сладкое? Да? И живем. Купила себе немножечко сейчас вкусняшек к чаю. Буду сидеть монтировать ролик. Курабье — это мои самые любимые печенья, но лучше всего, когда они еще с молоком. Надеюсь, мне сегодня принесут баночку молока. И вообще будет кайф. Viendra la montaña.
Tant pis, je m'en vais, j'lâche tes mains. On s'est dit les choses sans lendemain. C'est triste comme un hiver dans tes yeux. Je prie pour nous, oh mon Dieu. Je tire un trait sur tout ce qu'on s'est promis, sur tout ce qu'on s'est donné. Je vais tirer un trait. Égoïste. She'd not been 2 weeks from shore when down on her right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Rum, one day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. When it's time for us to leave her, Cape Cod ships ain't got no sails. Haul away. Ну, в общем, я навела небольшой порядочек. Не стала делать чего-то супер-пупер-вау. Просто освободила хотя бы проход, потому что неудобно было заходить в баню. Просто все сложила. Вот такая вот красота. Теперь аккуратненько все. Все, сейчас выброшу тут то, что собрала. И пойду что-нибудь еще поделаю. Thank you.
Ты опять груженая, как лошадь. Охренеть. Я еле тащу, у меня просто отрывается все. Ёжик. Огроменный. Лошадиный, да? Ой, глазик, я вижу. Наконец-то глазик, а не жопку. Но он не такой уж и большой, по-моему. Но он такой лапусик. В кабачках больше, по-моему. Ой, какой лапусик. Повернись. Ну, носик. Наконец-то носик. Дай-ка я банку уберу. Привет, малыш. Он сейчас тебе расскажет, каким я пошла. Он фыркает. Злой. Может и кусить. А такой маленький и злой. Я пошла. А такой голосый. Ёзык. Ёзык, а ты где такой красивый, милый? Такой ой, шарик. Ты прибралась. Да, я прибралась. Ты такой малыш. Ты такой маленький. Я купила нектарина. А еще нам сосед груши дал. Нормально вообще. Легла спать, никого не трогаю, хрень по мне бегает. Уважаемый, можно и потише топать.